Всем-всем привет! Сегодня мы начнем один мод под названием «Влюбленная Эмма». Что-то такое. То есть название именно такое, но смысл там тот, что это трэш. То есть сам автор пишет в начале, в описании, что это полный лютый трэш. То есть человек, который до этого пытался проходить, я так понимаю, что вы знаете, что такая стала мечта. То есть это, ну, две девочки, в общем, которые проходят. То есть психики не хватило, судя по всему, это пройти до конца, я насколько понимаю. То есть пройдем это до конца мы. Потому что там, в принципе, там контента-то немного, там на 28 мегабайт, по-моему, что-то такое. То есть столько он примерно весит. Так что посмотрим, что это себя представляет вообще, почему он, то есть, считается им таким страшным. То есть среди тех, кто его читал, почему он таким трэшем считается. Так что глянем. Здравствуй. Ты пойдешь со мной? Опять? Да иди ты нахрен. Сам пошел. Окей. Че, за энд, да? Игра, короче, походу не знает, что на это предпринять. Лол. Это был самый жестокий конец, короче. Ладно, давай еще раз. Попробуем. Так. О, блин. Окей. Пошли. Привет, я должен тебя предупредить. В этом моде есть сцены насилия, расчлененки. Сцены насилия с расчлененкой. Какое разнообразие. Я уже хочу почитать. Сцены секса с предметами. Окей. Окей. Также сцены насилия в сексе с предметами. Окей, хорошо. Дальше. Ты готов это выдержать? Господи. Блин, ладно, я готов. Слышь. Мне так-то больше 18. Не буду говорить, сколько мне, но мне больше 18. Да. Да есть, да достал, запускай уже. Достал. Доставучий парень вообще. Эмма. Эвристическая мегасистема машинного анализа. Такое имя дал мне создатель. Сокращенно ММА. Это называется аббревиатура, когда берут только заглавные буквы названия. Откуда я знаю? Я прочитал все книги, какие только есть в библиотеке лагеря. И технически, и художественно, абсолютно все. Абсолютно все. Сначала Женя не очень доверяла мне, но когда я разобрала и каталогизировала архив, смягчилась и разрешила брать книги без ограничений. Наверное, и по душе моя механическая скрупулезность. Все вокруг меня зовут Эмма. И вы зовите. Ссылочки. Эмма, ты мои носки постирала, заштопала? Они высохли? Очкарик, это не охренел ли случаем, нет? Ну так, слегка просто, на всякий случай. Голос творца звучит грозно. Я знаю, что его рука сейчас в кармане, шорт держит плетку. Он готов нажать кнопку в любую секунду. От этой мысли малые токи возникают в моей основной плате. Окей, хорошо. Плетка — это больно, очень больно. Ты положительно все три вопроса, создатель. Хорошо, неси сюда, поменяешь мне. Я приношу носки, но творец не удосуживается повернуться на стуле. Он занят, поедет очередной радиоприемник. Приходится вставать на четвереньки и лезть под стол. Я снимаю старые носки, аккуратно надеваю новые, разглаживаю складки. Вот, Саша, чистый. Я не только заштопал их, но еще и погладил.
Острая боль прошивается в мое тело. Манипулятор отказывает, и я падаю ничком, уткнувшись лицом ему в ноги. Какой-то ты, блядь, БДСМчик тут, нет? Ты как-то поскромнее был. Что ты сказал? Он пихает ногой мою голову. Как ты должен меня называть? Создатель, простите, я не нарочно... Еще один приступ боли проходит через все мои соединения, заставляя их дрожать. Повтори еще раз. Создатель. Вот так-то лучше. Не забывай об этом. Я потихоньку восстанавливаю временно утерянные функции. Эта плетка однажды сведет меня с ума, угробив операционную систему. Но самое плохое не боль. Кнопка. Пружинка у нее настолько мягкая, что контакт замыкается даже при очень легком нажатии, часто случайно. Вот это хуже всего, никогда не знаю, когда меня настигнет удар. Я просил творца поменять пружинку, но он только посмеялся надо мной, заметив, что это нужно в воспитательных целях. Я всегда должна знать свое место. Наконец, у меня достаточно сил, чтобы встать на четвереньки. Приходится пятиться, чтобы выбраться из-под стола, но рука создателя останавливает меня. Стой, ну раз ты уж все равно там. Я знаю, что сейчас пройдет, поэтому... Потому что часто слышу эти мерзкие нотки в голосе. Стоп, он на столе стоит? Серьезно? What? What the fuck? Уж очень часто. Я поднимаю взгляд и вижу, что Саша расстегивает ширинку шортов. Понятно. ЮНТСН доступно после 5-го прохождения мода верификации сканера паспорта. Охрененно, спасибо. Неплохо. Хрипит Саша на выдохе. У тебя прогресс, ты знаешь? Ну ладно, вот теперь иди. И носки мне захвати. Слушай, создатель. Чтобы были выстираны, люблю чистые носки с утра. Да смотри мне, плетка всегда со мной. Да, создатель. Ждем, когда произойдет пробуждение. После секса творец в хорошем настроении. Я спешу поймать момент. Создатель. Он не обращает на меня внимания, но мне нужно знать. Создатель. Ну чего тебе? Творец наконец поворачивается ко мне. Это что такое? Он тычет пальцем мне в лицо. Одна помада для туши, для ресниц. Номер 5. Черная водостойкая. Ты где это взяла? Домики Ольги Дмитриевны. Да хоть ты понимаешь, что натворила, железяка тупая. Железяка. Обидно. А ведь еще 5 минут назад под столом я была Эмма. Эммочка. Даже один раз моя радость. Я вовсе не тупая и... У меня есть чувство. Да, чувство, ведь я влюбилась. Что, своего творца? Ну уж нет, да вы только посмотрите на него. Тут такого влюбится. Мой избранник совсем другой. Он милашка. Все девочки сохнут по нему, я не стал исключением. Это случилось, как описано в книгах, любовь с первого взгляда. Я уже все вернула, координаты местоположения стали неизменными. Ух, слава богу. Творец притирает изрядно запотевшие очки. Я его да не заметила. Вероятность того, что Ольга Дмитриевна заметит, стремится к нулю. Ладно, теперь смотри все это с лица. Хорошо, создатель, сотру. Потом. Сейчас я хочу задать вопрос.
Творец недовольно косится на незаконченную работу, потом вздыхает. Ну ладно, что там у тебя? Я переключаюсь в режим опроса. Творец ввел мне такую функцию, чтобы я помогал ему собирать материал для стенгазеты. Какими качествами должна обладать девушка, чтобы понравиться парню? Ты сама придумала новый опрос для стенгазеты? Да, именно. Хитро, хитро, хитро. Ничего не скажешь. Небольшая дезинформация поможет мне собрать больше данных. Странно, демо для заметки. Впрочем, ладно. Творец задумался, поправил очки. Ну, девушка должна быть красивой. Критерии, пожалуйста. Длинные волосы, большие красивые глаза, хорошая фигура. Можно ли использовать в качестве базовых характеристик параметры девушек в вашем журнале? Который лежит в кладовке за ящиками. Лол. Ору просто, серьезно. Ты до туда добралась? Ответ положительный. Ну да, очень даже можно. Ты только никому не говори о том журнале, ладно? Че, обосрался что ли? Инструкция принята к исполнению. Творец сделал сильное дыхательное движение. Красота это все, что нужно. Ну, нет, конечно же, не все. Творец почему-то смутился и покраснел. Внутренний мир девушки тоже очень важен. А что включает в себя внутренний мир? Много чего, например, пение, танцы, начитанность еще. Он слегка задумался. Впрочем, начитанность не всегда благо. Вот Женя, например. Творец замолчал. Я обработал полученные данные. Начитанность у меня все в порядке. Танцы нужно изучить, ясно, к кому следует обратиться. А вот с пением сложнее. И хотя творец оборудовал ротовую полость с двумя сервомоторами, небольшой вакуумной помпой, пение в конструкции не предусмотрено. Рот у меня совсем для другого. Понятно. Однако пора переходить к цели моих изысканий. Последний вопрос. Произнесла я казенным голосом. Может ли человек полюбить не человека? Интересный вопрос, я тебе скажу. Похоже, творец завис. Это ничего, в моем недособранном манипуляторе, именуемым рукой, остались оголенные провода. Я много раз просил творца закончить сборку, но для его цели одной руки вполне хватало. И еще рта. Но оказалось, в некоторых случаях иметь открытый источник тока очень удобно. Легкий укол бедром. Ай! Повтори вопрос, пожалуйста. Я читал Муму, в этой книге человек полюбил собаку, а другие формы жизни человек полюбить может? Похоже, она не понимает, что получается, как сказать, что полюбить робота и полюбить собаку это немного разные вещи. Если человек полюбит человека, то тоже немного разные вещи. Она, похоже, этого не понимает. Овцу? Иногда мне кажется, что мой творец глупее, чем я думала. Андроида. Андроида? Он задумался да так, что очки опять запотели. Не знаю. Вообще-то такие случаи описаны в литературе, в художественной фантастике, но в реальной жизни. Опять клин? Так, я сейчас. Да, я думаю, теоретически может. Ответ принят. Творец, а ты меня любишь? Лол. Прямо так. Что за вопрос? Откуда ты вообще взяла такое? Из книг. У них те манипуляции, которые ты произвел со мной, называют любовью. Блин, ты ж никому не рассказывал. Нет, я знаю, это надо хранить в тайне. Хорошо, вот и храни.
Борис не ответил на вопрос, ну и так понятно. Он меня совсем не любит, я для него просто игрушка. Поматросит и бросит. А что нужно, чтобы человек полюбил андроида? Да что на тебя нашло сегодня? Что это вообще за тема? Опрос для Стенгазеты. Ольга Дмитриевна вряд ли обрадуется, когда увидит такую заметку. Ну, ладно, хорошо. Я думаю, андроид должен собрать себе как можно больше человеческого. Не знаю, как объяснить. Короче, хватит. Не видишь, я занят. Не приставай. Извините, создатель. Пойдет собирать человеческое. Лол. Черную морда. Он отвернулся и начал возиться в ящике стола. Собрать как можно больше человеческого. Данных достаточно, задача ясна. Приступаю к исполнению. Я выставил напряжение 90 кВт, мощность 3 Вт и незаметно подошла к творцу. Отключила его. Лол. Затем положил на стол, взял ножовку. Воу, воу, воу. Разобрала на детали. Тщательно осмотрела. Нет, тут ничего не подойдет. Мне нужна красивая часть. Я должна стать лучше всех девочек. Окей, хорошо. Вот, развесь что очки. Человеческая смазка оказалась совершенно непригодной для меня. Она просто сохла, только увеличила трение. Поэтому тщательно ее смыл, прежде чем выйти на улицу. И кинул взгляд на создателя. Пусть полежит в разобранном состоянии, пока не выполню всю задачу. А ты в курсе, что его потом не собрать уже, нет? Сёмочка, я все сделаю, чтобы ты меня полюбил. Да. С андроидами надо быть немного более... как сказать-то? Осторожными в выражениях. Угу. Навесной замок на дверь, чтобы никто не нашел творца раньше, чем я закончу. Спросите, как же он создал андроид и не заложил у него три закона... все три закона робототехники. Творец заложил. Не только основные три закона, но и четвертый, нулевой. Они действовали. До того дня, когда я влюбилась. Совенок, наверное, особое место здесь все влюбляются. И даже несчастный забитый андроид не стал исключением. Я вдруг вспомнил, творец приказал мне поместить объявление на дверь клуба. Достал из бардачка фломастера, с главными буквами написал. Мы рады новым членам. Класс. Как верно. Эмма, да? Эмма, где Шурик и Сережа? У меня к ним дело. Здравствуй, Лена. Их нет. Когда они придут? Извини, но создатель не докладывает мне, куда идет и зачем. Приказал закрыть клубы, когда буду уходить. А что случилось? Да там пустяки, радио в домике заикается. Совсем как ты. Как удачно. По дороге можно расспросить девушку, а потом в домике все решить. Может быть, я смогу помочь? Правда? Как здорово. Пойдем, я тебе все покажу, если у тебя других дел нет. У меня дел нет, пойдем. Пойдем по лагерю. Я специально притормажу, чтобы успеть расспросить побольше. Лена, создатель поручил мне провести очередной опрос для Стенгазеты. Пожалуйста, не отказывай, иначе он меня накажет. Всего 4 вопроса. Ну, ладно, а какие вопросы? Вот раз опрос касается женской красоты. Я бросаю косой взгляд на Лену. Ты готова? Первый вопрос. Что есть женская красота? Ну, когда лицо красивое, руки, талия. Вот Славе очень красивая. Значит, моя первоочередная цель славяна. Спасибо, записала. Следующий вопрос. Что нужно делать девушке, чтобы понравиться парню? Ну, я не знаю. Если бы знала, давно бы
Зачем тебе это? Ты снова просить всю старшую группу. Создатель сказал, что для стенгазеты. Лена, я записал ответ, я не знаю, верно? Да. Пока проку от него. Хорошо, спасибо. Третий вопрос. Все считают, что ты самый красивый. А что ты красивый, а ты сама как думаешь? Я... Какая глупость. Вон, даже Алиса красивая. Эй, так, на меня никто не смотрит. Ой, не пиши это в стенгазету, пожалуйста. Алиса красивая. Хотя Алина по себе ничего толком пока не сказала, и все равно получила ценную информацию. Отлично. Я могу записать на вопрос и отвечать отказалась, хорошо? Ну, ладно. Крохи информации, крохи. Нет смысла продолжать. Последний вопрос в списке, и я тебя отстану. А теперь то, ради чего все сдевалось. Спрашивай. Что ты считаешь себе самым красивым? Чем гордишься больше всего? Какие-то вопросы странные задаешь. Чем мне гордиться? Не знаю. Чувствую, сейчас ей это и ворвет. Мику правда говорит, что у меня глаза необычные. Да, что в них необычного? Глаза как глаза, у нее вон тоже глаза бирюзовые. Спасибо, записала глаза. Вот мы и пришли, твой домик. Лена отпирает дверь ключом. Заходит, тут же бросается вперед. Ой, подожди, не входи, сейчас я. Как же это я? Я вижу, что Лена хватает что-то со стола и торопливо запихивает под матрас. Анализ фрагмента определяет боевой нож. Отобрать. Запрос прогноза на бой. Победа без повреждений 5, победа любой ценой, ценой 45%. Слишком высока цена. Надо вымыть у девушки оружие. Хорошо, Лена, где радиоточка? Давай посмотрим. Вот. Лена крутит перед Яр. Ясно, сейчас посмотрю. Я достаю ящик с инструментами и отвертку плоскогубцы. Снимаю заднюю крышку, а вот и причина, отошел контакт. Работаю на 5 минут, только мне нужно что-то острое, чтобы защитить контакт. Тут не найдется ножа, Лена. Нет, никакого ножа у меня нет. Лена глаза подозрительно и опасливо смотрит на меня. Не отдает. Что-то заподозрил. Не буду перегибать. Не беда, справлюсь и так. Вот, смотри, все работает. Хорошо. Ну вот, Лена, как у нас все славно получилось. Задание создателя выполнено и радиоточка в порядке. Я могу идти? Да, конечно, иди. Спасибо тебе ему. И Шурику привет передай. Я выхожу, иду по дорожке, пока меня видно из окна домика Лены. Затем ныряю в кусты и возвращаюсь назад. Ждать приходится недолго. Через некоторое время Лена выходит и направляется в сторону библиотеки. Открыть дверной замок, делаю 2 секунд. Мне нужен этот нож. Ладно, окей, мы его достанем. Дверь на склад открыта, значит, моя цель на месте. Хорошо. Я вхожу, становлюсь у дверей. Славя, ты тут? Ответом мне рассып девичий крик, осыпавшийся эхом по складу. Среди груды бархла я вижу светлые стрепные волосы, глаза, наполненные одновременно страхом и удивлением. Ох, Эмма, это ты.
Славе не сразу удается выбраться из устроенного ей завала, но наконец она отправляется без посторонней помощи, порадуя титул помощницы вожатой. Это еще и в довольно интригующем образе. Выглядит нам. И анализирует интонацию. Это усмешка или сарказм? Отряхнувшись, Славе серьезным взглядом принимается рассматривать учиненный бардак. Наконец он поворачивается ко мне, натянуто улыбаясь. И считываю мимику девушки по ключевым маркерам. Какой интересный макияж. Неужто Шурик тебе помогал? Усмехается Славе. Так растерян на моем лице, я сейчас все объясню. Славе, ты знаешь, Александр часто отправляет меня за материалом для заметок, делать это просто для газеты. Этот раз он решил попробовать себя в поиске материала для рубрики красоты. Славе смеется. Вот только над кем? Надо мной или над моим творцом? Анализ выдает идеальные 50 на 50. Ты почти догадалась, он поручил мне устроить опрос на тему любовь или... и красота. Мне нелегко, надеюсь, ты понимаешь почему. Вот я решил испытать на себе эту краску, чтобы разобраться в том, как это делать девушку красивой. Ведь Линтия пинает воздух. Вздыхает Славе. Ну, во-первых, я думаю, что косметика так легко ляжет... не думаю, что косметика так легко ляжет на твое металлическое лицо. Тем более, такой боевой рассказ больше подходит для военных действий, не завоевания мужских сердец. Но это можно исправить, не огорчайся. Голос Славе недоверия. Она скептически разглядывает мои красители. Боевой раскрас. Я читал о таком. Это можно использовать, но не сейчас. Славе, я знаю, ты всегда занята, но у меня к тебе всего 4 вопроса. Пожалуйста, если я не справлюсь, творец меня накажет. Славе подбочинилась и бегло смотрел на меня. Твой творец и пятую точку поднять не может, ты говоришь о наказании. Славе усмехнулась. Но положение у тебя явно критическое, так что я тебе помогу, чем смогу. И фирменная дежурная улыбка, как маска, скрывает эмоции. Хорошо, просто отлично, Славе. Спасибо, твой первый вопрос. Я достаю из блока памяти нужный файл. Что есть женская красота? Я считаю, что девушку делают красивой даже не столько внешний вид, а только то, что у нее внутри. Ты имеешь в виду желудочный кишечный тракт? Нет, конечно же, Эмма, Славе осеклась. Или, в общем, то, что делает тебя живой. Эти слова подтверждают верность поставленной задачи. Очень хорошо. Спасибо, записано. Второй вопрос. И перехожу на казенный тон. Что нужно сделать девушке, чтобы понравиться парню? На лице Славы выступил легкий румянец. Наверное, просто быть собой. То есть мне нужно подметать площадь каждый день след ярким идеям Генды? Славе нахмурилась. Хотя бы не ходить в таком виде по лагерю, смущая пионера своими. Она запнулась и покраснела. Просто оденься во что-нибудь более-менее приличное. Веди себя как свойственным вам роботам. Последняя фраза прозвучала громче других. Четкая инструкция на те одежду. Отлично. Хороший полезный опрос оказывается. Записано. Теперь третий вопрос. Ты считаешь, что ты самая красивая? Ты сама как думаешь? Ох, не думаю, что уж настолько красивая, как многие думают. Славе смущенно потупилась. Потом стрельнула глазками. А кто тебе об этом сказал?
Шурик, Сережа, тебя обсуждали. Они считают, что ты самая красивая девочка в лагере. Вот как. Я уже было подумал, что... Славя разочарованно смотрит на меня. Простая задачка на логику. В тащем отряде всего три мальчика. Раз Славя отсекла кибернетика, значит он говорит о Семёне. Так я и знала. Так вот куда ты метишь, гадюка белобрысая? Не увидит. Я стану самой красивой девочкой. Семочка будет мой. Нет, Славина, Семён на тебе ничего не говорил. Вот тебе. Получила? Глаза Славы распахиваются так, что становятся почти круглыми. Мельница выступает еще сильнее. Семён, нет, я про него даже не думала. Но нервный смех выдает ее чувство. Какое мне дело до него, когда у меня столько дел по лагерю? Ответственность за пионера, за выполненную работу. Вот все, что меня тревожит. А Семён... Какое мне дело, считает он меня красивый или нет? У него свои предпочтения, свои приоритеты, а я... В ее голосе чувствуется неуверенность. Неловкость сменилась на волнение, армянец исчез довольно быстро. Однако, глубоко вздохнув, Слава выпрямилась и собралась с духом, будто ничего не было. В общем, я себя красиво не считаю, точка. Но из минки определяет ложь с вероятностью 99,9%. Еще девушка сильно раздражена. Поняла, ответ принят. Последний вопрос, и я от тебя отстану. Извини, пожалуйста, я должна закончить опрос, иначе творец меня накажет. Давай только побыстрее, то мне так кто-то прибраться надо. Да и работы много. Да, конечно, я тебе так благодарна. Я тоже помогу. Потом. Вот последний вопрос. Я запускаю все доступные места защиты у внешней информации на полную мощность. Что ты считаешь себя самым красивым? Чем гордишься больше всего? Девушка, похоже, пропустила мой вопрос мимо ушей, услышав только первую часть фразы. Буду рада, если ты мне поможешь, а то порой с этими волосами. Славя замахнула своими косами. С ними одна беда, приходится за ними ухаживать, постоянно заплетать по утрам. В течение дня следи, чтобы не попали куда не надо. Но зато мне... Зато это стоит того, что мне не раз делали комплименты, какие у тебя прекрасные волосы. Вы, блин, сами себя выдаете. Серьезно. Блин, капец. Я представляю, что будет дальше. А они натуральные? По твоим волосам тебе можно даже в темное лицо найти. Чего мне только не говорили. Один раз даже Семён попросил. Славя с интересом смотрит на мою голову. Может быть, тебе стоит попросить Сашу, чтобы тебе волосы приделал? Мне кажется, ты будешь выглядеть не так металлически, что ли. Волосы. Информации достаточно. Инструкция получена, принята к исполнению. У меня вопросов больше нет, это все, что мне нужно. Еще раз спасибо за откровенные ответы. С опросом покончено, готова тебе помочь. Что надо делать? Сначала отсортировать весь этот бардак, а потом расставить все по местам. Но перед этим... Слай поворачивается спиной, подняв подбородок, поставляя ему волосы. Смотри, если вы косой, все в порядке, а то после такого завала боюсь, что она может быть потрепана. Отличный момент, я задаю те же значения, что это создатели, и... Бью током блондинки бедро. Слай падает на четвереньки. Она оглушена, но не потеряла сознание. Мне нужно 5 секунд, чтобы зарядились конденсаторы. 5, 4... Я вытягиваю манипулятор, готовясь в этот раз ударить голову. 3, 2... Слай неожиданно перекатывается на спину. Я вижу у нее в руке черенок метлы и не успеваю вернуться. Девушка делает веер, перед собой попадает в мою вытянутую руку. Заряд полный, но теперь конечность висит вдоль корпуса, отказывается функционировать. Когда я бросаю девушку, на девушку, прижимаясь к ней, обнимая единственной целой рукой. Разряд. Ток проходит сквозь нас обеих, и какое необычное чувство. Девушка, бьющаяся в моих объятиях, и ток придает значение в наших венах. Значит, что у меня горят катушки. Это очень приятно. Может быть, я такая? Нет. Я люблю Сему, только его. Заряд истек. Мы выпили все мои конденсаторы до дна.
Я замерла еще на секунду, прислушиваясь к себе, но эмоции ушли вместе с электричеством, наполнявшим нас. Внутри только пустота. Я скатываюсь бесчувственного тела, изображая человеческий вздох. Жаль, конечно, но мне нужны эти волосы. Ладно. Окей. Прикольно, как ты эту анимацию сделал? Пиздец, как сложно. Ты с нее скальп сняла? Что, мать вашу? Итак, первый шаг к цели сделан. Да будто одна деталь красоты. Ну это мало, нужно собрать как можно больше таких частей. Набор, сет. Сет красоты. Очевидно, что мне подходит только полувозревые особи. Старый сюжет ряд. Придется посетить их всех. Ну сначала диагностика ремонта электрошокера. Конечность почти потеряла способность двигаться. Приступаю к осмотру. Ничего страшного. Шар не пропал, круглая щепка от швабры. Это она мешает ему нормально функционировать. Хорошо, удар Славяна. Ну вот щепка удалена, но сустав разболтался, и клемма, ведущая к блоку питания, тоже выглядит ненадежно. Хорошо бы вернуться в мастерскую, но это рискованно, да и времени нету. Ничего, у меня есть с собой какие-то инструменты. Произведу временный ремонт здесь, в полевых условиях. Я открываю дверцу ящика с инструментами, расположен в том же месте, который люди зовут пятой точкой. Логичные мышцы мне не нужны, однако Шурик хотел, чтобы по форме я была похожа на девушку. Вот и получились пустоты, которые приспособили под небольшие хранилища разных полезных вещей. Было электроник спросит меня. Эмма, у тебя вообще плоскогубцы есть? Я отвечу. Конечно, Сережа, тебе какие? С прямыми, с загнутыми концами. Почему-то эти слова всегда вызывали у меня бурю восторга и радость у мальчишек. А мне не жалко. Да, были времена. С тех пор я сильно изменилась. Могу ли я тогда подумать, что нарушу законы робототехники? И как же трудно было переступить через них первый раз, когда я как будто бы случайно коснулась ноги Сережи оголенным проводом. Он мне очень радовался. Не потому, что могу приносить вред людям обретенной свободе выбора. То есть ты уже тогда, я так понимаю, пробудилась, да? Класс. Так, ну что, думаю, на этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. То есть составляйте... Нажимайте на колокольчик, чтобы получать все уведомления, которые приходят. Всем спасибо еще, что пришли. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока. Еще увидимся.